Специальная комиссия проверяет торговые площадки ежедневно, выявляет нарушения, связанные с соблюдением санитарных и эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Во всех точках продаж должны быть маски для посетителей, антисептики и рециркуляторы воздуха, а на кассовой зоне – разметка. В основном все в маску заходят сразу, но маленьких совсем, конечно, не просим, потому что они малыши, они ее все равно снимают. Если, конечно, дети уже какие-то взрослые, то есть после 10 лет, допустим, то да, можем попросить, конечно, маску. Если торговая точка не соблюдает санитарные и эпидемиологические требования, составляет акт обследования, где фиксирует нарушения. Затем его отправляют в управление гражданской защиты, которое выписывает протокол торговой площадки. У нас в районе порядка 700 объектов. Они уже все проверены, неоднократно проверялись. Где-то порядка 215 актов составлено по нарушениям. В настоящее время, конечно, есть тенденция к снижению нарушений. Если комиссия заметит посетителя без маски, то ему сделают предупреждение и обяжут надеть. В случае несогласия торговая площадка имеет право не обслуживать клиента. Напомним, что на территории Самарской области действует масочный режим. Все посетители торговых площадок и общественного транспорта обязаны находиться в масках. Никита Колосов, Николай Сидоров, События.